Всем здравствуйте, с вами Счастливая Улитка. В прошлом видео про одежду для Барби я сшила ей топ черный и пообещала шить нему подходящий низ. Итак, шьем юбку миди, узкую, для Барби. Для этого мне понадобится плащ, старый. Выкройка, как шить. Отрезаю по выкройке. Ткань сложена в два раза. Сложная часть – это перед изделия. Линия справа с двумя пометками. Мы ее прошиваем посередине, от пометки до пометки. Сверху часть не прошивается, это место для застежки. Внизу – это шлица открытая, но также не зашивается. Это середина. С двух сторон из середины делаю два защипа вместо выточек. Вырезаю пояс по выкройке. Я ее показывала в самом начале видео. Прижиуливаю лицо к лицу. Пояс. У нас получается, что одна сторона накладывается на другую. И шлица точно так же. Перестрачиваю пояс и вывернула его. Складываю. С внутренней стороны закладываю больше. И низ закладываемой части внутри подгибаю. На сторону, которая накладывается сверху, с внутренней стороны я прошиваю крючок. Вот что у меня получилось. Так выглядит топ вместе с юбкой. Топ я шила в прошлом видео. Сейчас постараюсь вам показать юбку с разных сторон. Давайте вспомним все, что мы шили с вами до этого. Все загружаю в один плейлист, ссылка на который будет в описании к этому видео. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.